Победа над аргентинцем Давидом Налбандяном на открытом чемпионате США по теннису отняла много сил у второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля. На послематчевой пресс-конференции он внезапно почувствовал себя плохо, откинулся в кресле, закрыл лицо руками, а затем сполз под стол. «У меня просто сильно свело ногу спереди и сзади. Было очень больно», — объяснил Надаль. Ему сделали массаж, и он пришел в себя. 25-летний теннисист признался, что подобное случалось с ним и раньше, но не на публике. В 1/8 финала US Open Надаль сыграет с Жилем Мюллером из Люксембурга.